Ребятки, всем привет! Вы, наверное, уже миллион раз слышали, а может быть и делали различные карты желаний, создавали намерения, носили определенную одежду, закидывали красные трусы на люстру, чтобы ваше материальное благополучие увеличилось так, как бы вы хотели, но по каким-то причинам этого не случилось. Да-да, вы все прекрасно знаете, что я очень люблю науку, очень люблю наше тело и как работает наша голова. Именно поэтому на марафоне «Деньги – это просто» мы с вами поговорим о том, какая доля мозга отвечает за материальное благополучие. Ведь все мы прекрасно знаем, что, например, латеральное ядро, которое находится в гипоталамусе, оно отвечает за желание поесть. И что такое микроинсульт в наших нейронных сетей? Почему у нас наш внешний мир так сильно отражается на внутреннем? Да, мы коснемся именно науки, почему материальное благополучие складывается на научных подходах. Именно наше тело транслирует то, что у нас будет происходить за телом. Если тебе интересен такой подход, если ты уже все перепробовал, ничего не помогает, может быть, это именно то, что тебе нужно? Присоединяйся, регистрация уже открыта и марафон уже совсем скоро стартует. А вся информация, все ссылочки, конечно же, есть под этим видео. Я тебя жду.